Добрый день, Игорь Кочелевский, автор программы «Мозаика. Плитка. Смайджи». Программа позволяет делать схемы сборки мозаикой. Схемы можно делать по фотографии, рисовать самому или делать случайные смеси. Сейчас я расскажу, как делать программу схемы по вашей картинке, по фотографии. Итак, мы запустили программу изначально, нигде ничего нет. Выбираем в меню «Файл» команду «Новая картина». Дальше выбираем опцию «Новый дизайн» на основе оригинального изображения. Далее выбираем «Изображение». Это файл с жесткого диска на компьютере, как правило. Вот возьмем фрагмент картины Микеланджело «Сотворение мира» «Адам». Далее выбираем встроенную программу «Палитру камня». Это или одна из предопределенных палитр, или можно сделать самостоятельно свою палитру. Об этом я расскажу в отдельном видео. Допустим, у нас есть уже наша палитра. Дальше выбираем формат схемы, ну, как правило, это классика, например. Выбираем размер в миллиметрах плитки, например, сантиметр, то есть это 10 на 10. Ну, или можно делать 10 на 20, какая у вас есть. И число плиток по ширине, например, 100 плиток, то бишь это будет размер метр, а, соответственно, по высоте пропорционально оригинальному изображению, то, которое получается, мы видим, какой размер будет картина. Применить. Да, и число, различное число цветов. Ну, например, вот так вот. Ну, или побольше. Может, там 1,5 метра. По ширине, тогда 1,33 метра по высоте. То есть, есть цветов, что по оригинальному изображению. Вот выбрали мы, например, такой вариант. Следующий вариант – это мы можем уменьшить использованное число различных цветов. Вот, вначале мы там выдали 100 цветов. Ну, например, чем меньше число различных цветов, тем проще, в принципе, собирать работу, но качество будет ухудшаться. Но оно может незначительно ухудшиться. Например, посмотрим, что будет, если мы используем 20 цветов. Вот слева у нас начальный вариант, когда много различных цветов, там много оттенков есть, цвета похожи. Мы берем 20, вот в этой же палитре. Вот стало меньше, ну, как бы, менее деталей передается, но вот мы смотрим, приемлемо это для нас или неприемлемо. Вот здесь играем с числом цветов. Ну, например, решили такую минималистическую 12 цветов. Что будет? 12. Вот такой вариант. Например, нас этот вариант устраивает. Окей. Вот берем форму плиток, например. Такой. Это чисто визуально. Дальше разумно выбрать только использованные цвета. Для процесса сборки, для отображения каждого цвета, ну, у каждого цвета есть свой код производителя, число, которое однозначно будет идентифицировать. Но в схеме проще работать с символами. Скажем, этот коричневый цвет мы обозначаем там каким-то символом. Для этого удобнее выбрать символы из шрифта Arial, где есть удобно читаемый символ 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE и так далее, применить дизайн их. И вот мы теперь работаем в терминах вот таких вот. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Из самой схемы, с картинки мы, я рекомендую убирать эти символы.
чтобы мы смотрели на картинку и ну, как-то визуально ее могли посмотреть, то, что это нам нужно или нет. И выводим мы схему на печать вот в таком виде, в PDF. Значит, мы выведем саму картинку ну, с нужным разрешением. 30 dp это много, вот так вполне хватит. При этом размер картинки почти 6000 на 5, и даже это многовато. Этого вполне хватит. Список использованных цветов тоже нам нужен. Символом единицы мы будем обозначать плитку цветом 264, код производителя число, такое. И саму схему блоками, а тут зависит от того, какими блоками мы работаем. Ну, например, 300 на 30, а 30 на 30. Или там прям пишем, какой нам нужен размер. Ну и рисовать, здесь уже нам нужно рисовать, символ отображать. Вот, и выводим это все в какой-то файл. Сейчас какое-то время будет наводить. Вот это вот как бы общий вид картины, тот, который получится, ну, например, чтобы показать заказчику, что его это устраивает. А дальше идет схема сборки. Вот наша палитра цветов. Мозаик с малкита. Ну, не важно, как она называется у нас здесь. Вот это схема сборки. Это первый блок, второй и так далее. Первый блок. Вот он, собственно, сам этот блок. Мы пошли. Цвет 1, 1, 8, 1 и так далее. 1 это у нас. Вот. Этот цвет код 204. 8. Он вот 260. И так далее. Вот этот вот. Первый, значит, блок. 30 на 30. Он расположен вот здесь. Вот, да? Потом там второй блок. Вот. Правее его в этой же строке и так далее. Вот. По всем 20, а эти блоки они не полные, ну, в смысле не 30 на 30, а поменьше, поскольку так мы задали такой размер схемы. Вот по каждому блоку у нас вот такая вот схема сборки. Все понятно.